Россия сегодня ведет тяжелейшую борьбу за свое будущее. Отражает агрессию неонацистов и их хозяев. Против нас направлена фактически вся военная, экономическая, информационная машина Запада. We agreed, they agreed with me that we had to make sure we gave Putin no excuse. Let me emphasize, we gave Putin no excuse to blame this on the West or to blame this on NATO. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Благодарю вас за выдержку, сплоченность и патриотизм. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Была проявлена высочайшая консолидация общества, исполнительной и законодательной власти на всех уровнях. Твердую, однозначную позицию поддержки конституционного порядка заняли общественные организации, религиозные конфессии, ведущие политические партии. Фактически все российское общество. Всех объединило и сплотило главное – ответственность за судьбу Отечества. Подчеркну, с самого начала событий незамедлительно были приняты все необходимые решения по нейтрализации возникшей угрозы, по защите конституционного строя, жизни и безопасности наших граждан. We made clear that we were not involved. We had nothing to do with it. This was part of a struggle within the Russian system. I also talked at length with President Zelensky of Ukraine. We'll be keeping in contact with him. I may be speaking to him later today, early tomorrow morning, to make sure we continue to remain on the same page. I told him that no matter what happened in Russia, let me say it again, no matter what happened in Russia, we, the United States, would continue to support Ukraine's defense and its sovereignty and its territorial integrity.